Печальное прошлое было у Буча. Он находился в Тербунском аду. Это Отлов. Он был привязан короткой цепью возле крематория и задыхался едким дымом. Перед эвтаназией его пересадили в клетку. Ни воды, ни еды, там ничего не было. Маленькая клетушка. Чудо, что его удалось вызволить оттуда. Эта история была давно. Давно по собачьим меркам. Буч уже 3 года живет в новом приюте. Все фотки, какие только можно было сделать, и профессиональные, и любительские, везде есть на пиаре. Но почему никто не обращает на него внимания? Он невероятный пес. Вы думаете, у него печальный взгляд? Нет, его глаза улыбаются. Просто надо более внимательно приглядеться к нему. Всем привет! Сегодня мы хотим вас познакомить с Бучем. Буч, Буч. Да, ты мой хороший, да. Привет, скажи, привет. Вот такой вот мальчик красивый, да? Буч. Так, Бучу почти 5 лет. Живет он в приюте 3-й год. Буч бывший домашний. Он умеет ходить на поводке. Приучен к выгулу. У Буча устойчивая психика. Он никогда не проявляет агрессии. Он очень любит людей. Хорошо относится к другим собакам. Адекватный, умный, хороший пес. Да, Буч? Ну? Рост у него где-то 60 сантиметров холки. Около 35 килограмм. Парень достаточно внушительный, крупный. Тем не менее, он очень адекватный, очень ласковый, добрый, очень хороший пес. Ищем ему семью, дом. Да, мой хороший? Бучик, Бучик, Бучик хочет домой. Буч, ты мой хороший, да. Вот такие две шикарные собаки живут в одном вольере. Девочка, выходи, дорогая, выходи из будки. Выходи, лапонь, выходи, лапонька так. Иди сюда. Буч, Буч, мой хороший мальчик. Хороший мальчик такой, хороший. Хороший малыш. Смотрите, какой добрый, ласковый пес. Прекрасная собака. Почему он до сих пор в приюте, тоже непонятно. Тихо. Отлова его когда-то забрали за час до усыпления. Эй! Напился водички. Давай еще раз мордочку покажи свою. Покажи, что ты добрый, хороший пес. Отлично. Хороший мальчик, хороший. А ты так и будешь сидеть в будке? Чего перепугалась? Чего перепугалась, малышка? Мой красавица. Красивые.
Вы знаете, когда он неожиданно подошел и положил свою голову мне на плечо, я не могу передать вам даже эти чувства. Несмотря на его брутальную внешность, он очень душевный пес. Он не хватает тебя за майку, за штаны не тащит, он не прыгает на тебя. Он очень добрый и по-прежнему доверяет людям.